Провинция Юньнань на юго-западе Китая оказалась в эпицентре мощного землетрясения. По заявлению местных властей, в результате природной катастрофы по меньшей мере 4 человека погибли, еще 23 получили травмы различной степени тяжести. Сообщается, что подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы в понедельник вечером в 21 час 47 минут по местному времени, в уезде Цзяоци с городского округа Чжатун с населением более 5,5 миллиона человек. Подземные толчки, как пишут местные СМИ, продолжались всего несколько секунд, однако как минимум одно здание, в котором находились люди, успело полностью обрушиться. Местные власти оперативно организовали спасательные работы на месте. Жители пострадавших от стихии зданий были эвакуированы в безопасные места. Их число пока не называется. Провинция Юньнань расположена в сейсмоопасном регионе, поэтому местные жители готовы к тому, что в любой момент может начаться землетрясение. Большого числа жертв удалось избежать как раз благодаря тому, что как только жители почувствовали подземные толчки, многие из них укрылись в наиболее безопасных местах, дверные проемы у несущих стен, либо оперативно вышли из помещений. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в курсе новостей.